Галочка. О, у нас теперь будет видеозапись, на которой буду присутствовать я. Да. Это редчайший случай, когда кто-то снимает. Как вы себя чувствуете? Ой, мамочки. Хорошо, бодро и весело. Кто-нибудь должен смотреть мне под ноги. Да. Осторожно, веточка. Осторожно, мусор. Ты как это, в фильме «Ви», помнишь, она поднималась? Слушай, мне кажется, она уже примяла там ландыши, нет? Ну, да не видно такой... отсюда. Снизу. Ну, а сколько раз я уже в них падала? Снизу. Слушай, не видно. А давай-ка теперь она быстро как-нибудь наоборот оттуда встанет, мало ли понадобится. Да развернешь наоборот и все. Вы не хотите ракурс сменить? Хотя я не советую, как бы, ну, так. Надо сменить, потому что у нас это в двух местах будет. Угу. Сначала в начале, давай. Где она появляется. Может быть, со стороны ног, или, ну, я не знаю, как лучше. Ну, сейчас. Так. Ну, как минимум, можно с той стороны снять. Как бы неизвестно, с какой стороны тебе надо. Потом также ты наоборот просто путишь и все. То есть смотри, я просто продемонстрирую. Вот если она, допустим, вот ты так стоишь, да, то есть она лежит. То есть она появляется, как бы, и, то есть, ну, вот, смотрит, ну, я не знаю, куда там, например, да, то есть она возродилась, как бы, да? Да, давай, правда, спереди снимем. А может быть, с другими руками? Не, вообще надо прямо смотреть. Прямо? Да. Такой взгляд должен быть это. Ты типа восстала. Из-под лобья? Прямо, но не в камеру, мне кажется. Куда-то туда. Из-под лобья? Наверх. Ну да. Ну что, поехали. Нафига наверх? Вот скажите, они же все на него набросились. Хорошо. Они выскочили, они должны на него смотреть. Как раз в камеру. Прям набросились? Ну они выскочили. И... Так, ну что, Юль, снимаем? Почему? Да, снимаем. Ну давайте попробуем. Слушай, я вообще пролил воду, прям потерялся. Гори огонь, искры посола. Как? Тут в дураке его надо было степлер брать. Ты кто ж знал? Я вообще не знала, что я таким образом буду под эту бедную березу мимикрировать. Так, народ, у меня есть иголки. У меня будет пушап из березовой коры. У меня есть иголки-нитки, нитки мулине зеленые, атласные ленты. Давайте с лентами только свяжем одному, кору, мне чтобы мне кажется, она что была... здесь есть какой-то элемент внезапности. Смотрите, вот дырка. Давайте без внезапности. Свяжем лентами. Лентами, давай сейчас принесу ленты. Да, и просто, чтобы вокруг, ну вот был такой пояс. Вот уже, смотрите, раз, дальше, следующую внахлёст. А теперь сделаю то же самое, только что и только что. Это, по-моему, очень так, знаешь, в тему. Старый дед-коровед. Да. Ну, муж и жена одна. Хорошо, что ты муж и жена одна. Одна, что? Вы находитесь в условиях дикой природы. У вас есть с собой нож,
и нету ни хрена. Вы должны сделать... Одеть жену. Вы должны сделать из этого костюм. Как у вас это получится, когда у вас в наличии только несколько кусков гнилой коры, да трава? Да почему гнилой? Нормальная кора. Гнилая кора. Ну, смотрите, кора, какой замечательный старая. Из коры лифчик получился. Да, вот сверху его надо показать. Природный пушапчик. Не на... Зачем? У тебя там что-то повисло. Так оно должно было быть так. Вот это так вот нормально. Какая-то хренота. Ну и что? О, Наташа. Смотрите меня, кто-нибудь. Ты все? Я напачкалась. Нет еще. Вот где-то напачкалась. Мне понадобится твоя юбка потом. Хорошо. Идет там под мышкой. Очки не помазаться. Да. Тебе еще долго, скажи? Мне еще потанцевать и все. На мне лифчик долго не удержится, я боюсь. Ты видишь, вообще на какие жертвы приходится. Мне танцевать, если я в воде сижу? Я нет, могу танцевать, поквакать. Нет, танцевать ты я будешь нежно, ну, просто потом в костюме. Точно так же и я сейчас у дерева вот. С деревом посливаюсь, да, а потом я танцевать. Вот так, это спиной и руками по нему. Все. То есть костюм ты все-таки делала не даром? Да. Слава Богу. Нет, костюмы используются, это просто да, сейчас самая жесть. Да, сшить костюм из бересты. Да, не, ну вот, знаешь, это апогей нашего творчества, да. По-моему. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Нет, у меня другая песня вспоминается, и хоть вы убейте. Какая? Ну, мама шила мне трусы да. с бересты. А дальше что там? Чтобы жопа не потела. Не кусали комары. Это божественно. Антон, твое выражение лица. Кусали комары. А, нет, нет, нет. Ок. Интересно. Через сколько секунд он порвется? Художником. Чтобы у тебя ребенок художником родился, а у тебя жена. У нее родится. И внук ее художник будет. Просто это же до какой степени головного мозга надо быть художником, чтобы в голову внезапно пришла такая гениальная творческая идея, какая неординарная режиссерская находка. Шапка. Опа-опа. Я все просто... Не, ну мы, просто... Нет, мы знали, что мы будем смотреть. Мимикрировать, но до но такой степени. Но не настолько. Степени. Совсем слияние. Это уже не мимикрия. Это уже... психиатрия. И пошел собирать семейнику. Торпсихариум. Да-да-да. Интересно, как отреагирует, когда он... Так, а вот самое интересное. Значит, собственно, задняя сторона Натахиного лифчика. Изолента! Еее! Самый лучший крутож для корсета из бересты. Изолента. Прямо рекламный слоган. Ой, господи, реальные эльфийки. Че? Реальные эльфийки. Куда деваться-то? Круто получилось, прям реально. Солнышко. А потом можешь забирать, лифчик не советую. Боже, попробуй. Боже, ты снимай? Да. Пройди еще, пройди. Вот так, ага. Руку спрячь. Вот и вот эту левую руку по-другому надо было спрятать сразу, чтобы она тут задерживала. Сразу? Угу. Клево. Еще раз? Давай, на всякий случай. По-моему, крутизня. Гош, посмотри.
нельзя же ничего трогать. Черт, 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 черт. Нельзя. В принципе, танец можно и в этом попробовать. Но только недолго. Потому что я... Вау. Не так прям много всего смогу в этом вот костюме так. Шибится пыль до окном. Кубанское лето. Песни плывут по над рекою. Светлые боги не спят и над землею. Гори огонь, искры посоны. В моей руке почему-то остановилось. Ну что, готовы, Юль? Подожди. Подожди, сейчас Вита лицо нормальное сделает. Раз, просто два. Ничего не святого. Да. Вита, да. Лицо, как я тебе говорила, сделай благостную улыбку. Пытаюсь. О, Господи, ну. Думай о печеньке. Котиках. Да, котики. Мне сердце колотит. Подумай о клёпе. Не отвлекайте её, пусть она сосредоточится и сама себе создаст образ. Помолчите, пожалуйста. Серьезно, не сбивайте, это действительно сложно. Давай. Раз, два, три. Это был единственный раз. Господи. Вот ты и слилась с природой. Да все, уже ничего не видно на самом деле. Где она? Так, мой букет там видно с папоротником, да? Или нет? А, вот она. Какой букет с папоротником? Да я вот там наложила. Вот тебе, хорошая. Вот это. Ну, скажешь, когда мотор? Да, так не делай в центре голову. Ага. Так у тебя боком получается, а ты должна сжать плечи, как я тебе говорила. Я понимаю, но я не знаю... Сядь на поперечку. Как? А так чего? Вот, сейчас хорошо было. Ну что, снимаем? Да, снимаем. Теперь сильнее высунь. Еще сильнее. Маша, ты вот такая эффектная. Вот именно для такой... Именно для такого лесного существа у меня такая эффектная внешность. Особенно с волосами, если ты кажешь. Ой, ты говоришь, да? Ты моё. Готов. Чем более дико, тем лучше. Мне кажется, побольше захватить надо. Побольше. Со дна прям пожиже.
важно, потому что какие-то по мне глины пошли. Давай повыше. О, да, круто. Да, все отлично, идем смотреть. Руками поделай что-нибудь сильное, такое амплитудное. Пальцы. Ага, да. Помягче. Ага. Шипится пыль под окном. Ага, да. Кубанское лето. Поворачивайся в фазу. В сумерках песни плывут под рекою. Светлые боги не спят. Старайся стоять на фазу. И над землею. Гори огонь. В моей руке твоя ладонь. Фас, мой Джо, фас, это очень важно для тебя. Победи, вот как ты в этом волне. Да. Чем я всегда тренировалась. Просто если брать полностью прозрачный, я побоялась, он под солнечным светом может пожар устроить. Поэтому я на природу беру вот этот. Он хотя бы отражает. Как отражатель, свет. Да. Ну, прикольно. Он специально так устроен, чтобы казалось, что он не крутится. Да, в этом вся и фишка. Ну, хотите, можете попробовать. Это как фокус такой получается. Да? Кажется, что он вообще не движется. Он же крутится, как обычно шарик. Да, да, да. То есть, по сути дела, вот пальцы, они как бы без напряжения. Ты не держишь его так, ты кладешь. Так, вот ладно. Просто расслабь, да, растопырь пальцы. И вот на одни-два пальца положи, другими по... Это, расслабь руку, в этом вся фишка. Ты напрягаешь. Так, у меня есть блин, сам проверить. Она кривит от течения. Подожди, она если сейчас держит, угу. Давай сейчас ее ничего не делать. Ну, у меня кнопки не нажимаются. Если надо, она попросит. Осторожно, не наступи на краешек юбки, если он там валом будет. Тише, не отвлекай. Слишком походит просто. Пригласи коровин крапчики. А? Пригласи коровин крапчики. Да? Такой коровин. Да, ничего себе сходил за хлебушком, называется. Точно. Ну, блин, так много. О, ни о чем. Облокоти ее обо что-нибудь, да, там, чтобы не видно ее было. Ну или да, ага. А, блин, ее течением может.
А, все. Пусть остаются. Хорошо. Ой, она там так красиво сидит в этих цветах. Да очень красиво. Я сейчас всех весь мир протереть буду красиво. Тише. Все хорошо. Кот ушел красиво. Слушай, а как она там танцевать будет? Она там не будет танцевать, ты что издеваешься, что ли? Танец на бревне, ты будет и погибнуть. Я уже ничему не удивляюсь. Я думаю, ложиться не стоит. Вот я даже кофе уже налила, хочу за этим понаблюдать. Мне вспомнился Дед Мазай. Учитывая, что я зайцева. Молчите все. Осторожно, ленточку. Все, она сейчас за ней держаться будет сама. Все. А теперь... Маша, ты герой! Вы мне скажите, на какое место встать, чтобы мне им помахать, чтобы это было видно. Так, да. Она видит, что белая. Краску выше, вот так. Живу на красную кнопку, я поняла. Так, дубль два. Долбанные плащи. А вы, девочки, вы выходите более плывучей походкой, у тебя как в АТС-е. И со спиной ровной. Мы сразу осторожно созвали. Подожди. Вы потом выходите. Девчонки, значит, мы уносим вещи, Вита остается, а потом все выходят в круг. Шаман, что ты имеешь в виду под плывущей походкой? Пройдись. Ну, я имею в виду такая походка, когда... Да мы так и шли. Нет, видно, ну, видно было ваши шаги, то есть... Не за картошкой, конечно, но... А нам так лететь, что ли? Ладно, пойдем. О-о-о-о-о. Стартуем? Погнали. Да. Давай, мотор. Извините. Звездный дрожит небосвод, и над рекою гори огонь, искры посолонь. В моей руке твоя ладонь купала. Thank you.
Не оставит трава резьбой по запястью. Радостью водоворот, брага по кругу. Козом гнем хоровод, встретим друг друга. Гори огонь, искры посолом. В моей руке очень много пива. Твоя ладонь. Нам друг друга не видно. Thank you.
Похлопаем. Пространство закрывается. Следующее пространство. Эй, кто к нам? Сколько я предупреждаю, надо. Я пытаюсь телефон включить. У меня тут что-то хрень какая-то. Опять дуэр. Идеально. Не, я с вами только быстрый, я не буду с вами медленно танцевать. Ладно, короче, следующий тур я с вами. Все-таки передумала. Все-таки передумала. Нет, снизу, снизу сними, чтобы было видно, что там примотаны колесики. У нас Антон на колесиках. Девочки, девочки, гроб на колесиках уже едет в твою улицу. Просто мы... Все, можно? Можно заснимать, понимаешь, каждый. Он может заснимай каждого на тысяк, потому я, что... Да. Повернитесь, пожалуйста. Человек-бутерброд. Как это? Человек-тележка. А это человек-колесо. На самом деле это косплей трансформер. Два человека-мусоровоза. Террариум собирается уезжать. Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной. Вита сейчас меня опять обстебывает, я угадала? Да. Рассказывает про то, как ты вирами махала, человек, как же воробей. Человек, блин. Фильм.